почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Скажу честно, книга, о которой пойдет речь, яркий пример того, как разительно расходятся название «Притчи и байки советской эпохи» и содержание. Потребитель, точнее читатель, вводится в заблуждение. А еще в этой неплохо с точки зрения полиграфии изданной книги досадные печатки и странные переносы внутри строк. Вот, пожалуй, и все недостатки. Да, и еще обещание от тайных составителей необыкновенного остроумия и заливистого смеха, даже сквозь слезы. Не знаю, главная ли черта героев этой книги – остроумие. Но то, что это искренние, душевные, добрые воспоминания, например, Юрия Никулина, Инны Макаровой или Ирины Зеленой, очевидно. Я с большим интересом читала эти так называемые притчи и байки советской эпохи. Главное, что в одной книге собрано словесное творчество разных деятелей отечественной культуры XX века. Инны Макаровой, Юрия Никулина, Фаины Раневской, Рины Зеленой, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Леонида Филатова. И представлены разные жанры – воспоминания, письма, стихотворения, короткие истории анекдотического содержания, фрагменты из «12 стульев». От этого чтения немерно однообразного происходит вместе с чередованием жанров и манеры письма смена ритма и настроений, тональности и уроков житейской мудрости. Впечатление, что ты прочитал не одну книжку, а сразу несколько и совсем разных. Инна Макарова объясняет, почему в «Молодой гвардии» ее Любка Шевцова с кастаньетами и розой, которую она бросала немцам. Фадеев считал, что Любка – это краснодонская Карменсита. А еще Макарова вспоминает, как после одного из спектаклей к ней подошел человек и преподнес пирожное. Дело происходит в 1947 году, завернутое в белую бумагу, как будто дарил цветы. Это был Михаил Светлов. А Юрий Никулин признается, что его самый страшный сон, когда он работает на манеже, а публика не смеется. Все сидят словно каменные. А потрясающий рассказ Рины Зеленой о том, как она играла в бильярд с Владимиром Маяковским. И выиграла. Ну а по-настоящему остроумные истории и фразы Фаины Раневской, хоть и широко известны, но всегда воспринимаются свежо. «Жизнь бьет ключом по голове». Или «Бог мой, как прошмыгнула жизнь». Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Или «Мне непонятно всегда было. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства». Что ж, дорогие слушатели, самое время прочитать притчи и байки советской эпохи. До новых встреч! «Дай почитать».